Много лет отец работал в районах Крайнего Севера. Последние годы перед пенсией будет работать в Приморье. Хотелось бы узнать, как ему будет начисляться пенсия и положена ли к ней доплата. На всей территории Российской Федерации страховые пенсии назначаются, пересчитываются и выплачиваются в соответствии с нормами федерального закона от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях. Это означает, что лицам, осуществлявшим работу в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, исчисление северного стажа будет производиться согласно данному федеральному закону, вне зависимости, где они будут проживать на дату назначения пенсии. Расчет пенсии будет осуществляться также по нормам данного федерального закона, только те граждане, которые проживают в северных районах, в соответствии с пунктом 9 статьи 17 федерального закона номер 400 ФЗ, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости будет увеличиваться на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый правительством Российской Федерации в зависимости от района или местности проживания на весь период проживания в этих районах. В Приморском крае данной льготой пользуются пенсионеры, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Это Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском районах, в городе Дальнегорске и части Красноармейского района Приморского края. Вся остальная территория Приморского края не относится ни к районам Крайнего Севера, ни к местности, приравненной к Крайнему Северу. В соответствии с пенсионным законодательством, при выезде граждан на новое место жительства за пределы северных районов, выплата повышенной фиксированной выплаты прекращается.